Женская обувь, детские игрушки, тысячи проводов и море безделушек. Это не филиал барахолки около губернского рынка и даже не конкурент знаменитой птички. Покруче будет. По улице Куйбышева в подвале одного из арт-клубов «Революция» творится. Здесь не продают и не покупают, а приносят и раздают. Мы нашли туннель. Очень классный свитер. Туннель для ухо и свитер. Волшебный свитер. Он как будто не из моего детства, я не знаю. У меня крестная шила, и вязала такие. Все эти вещи бесценны, и стоимость их только здесь равна нулю. Такое возможно на одной единственной в мире ярмарке – фримаркет. Сюда пакетами тащат то, чему уже дома места нет. Выгребают старые ненужные вещи, которые здесь становятся в момент кому-то нужными. Ну вот это потому, что она мне уже не нравится, я ее пару раз одела. Это я носила в колледже, похудела, она на мне теперь смотрится не так. Это не нравится, потому что розовая, не люблю розовый цвет. Девушка не успевает разложить жертв своих ревизий, как тут же у ее рубашек и платьев находятся новые хозяйки. Только и успевай обходить конкуренток. В начале 2000-х ребята из США буквально взорвали мир этой идеей. Так они показали действительно свободные рыночные отношения. Принципы ярмарки просты. Если тебе вещь не нужна, ее можно отдать, передать и подарить. Бесплатный секонд-хенд. Принести на фримаркет можно любую вещь в приличном состоянии, которую не жалко дать тем, кому она пригодится. Ну, потому что здесь бесплатно. А библиотеку там на время. Ну, потом эти книги можно же тоже передавать, отдавать. Участники списывались в социальных сетях и выясняли, кому что надо. Ёлочные украшения, настольные игры, ленточки и бантики. Делиться можно чем угодно. И даже своими знаниями. Любой мог провести мастер-класс. Самарская фри-ярмарка пошла больше по одежде и стала площадкой дизайнеров масс-маркета. Только вот минус один. Размерчики молодежные. Я бы, может, и нашла, но приносит в основном молодежь, и все маленького размера. На нас уже не подойдешь, не найдешь ничего. Час с момента открытия. Народу море, и вещи продолжают стекаться огромными полиэтиленовыми пакетами. Всего за 60 минут больше сотни человек нашли то, что давно искали. И даже если вещь не найдет хозяина здесь, ее путь продолжится дальше. В детский дом престарелых, у меня забирают книги. Допустим, я сейчас ищу контакты социальных каких-то библиотек, потому что когда я делала в Казани, мы отвозили там социальные библиотеки, забирали. В Москве тоже существуют такие. Но вот в Самаре почему-то я не могу найти, к сожалению. Официально обмен закончился глубокой ночью. Идея бесплатной ярмарки так понравилась, что фримаркет решили сделать постоянным. Организаторы установили фрибокс. Теперь каждый может принести и взять ненужные вещи в течение всей недели.